Доброта у ивановцев вошла в привычку. Только этим объясняются феноменальные результаты 8-го благотворительного марафона «Ты нам нужен». Общими усилиями за 3 недели удалось собрать 6 954 925 рублей. И это в нелегкий кризисный период. Благодаря собранным средствам адресную помощь получат 97 детей. Члены оргкомитета признались, сами не ожидали такой активности от благотворителей. Мне сегодня хотелось бы поблагодарить, конечно, всех жителей города Иваново и, конечно, оргкомитет, который много сделал для того, чтобы провести на высоком уровне марафон наш. Конечно, и информационным нашим спонсорам, и телеканалам, и радио, которые поддержали марафон в этом году очень здорово. И надеюсь, что в следующем году марафон пройдет не менее успешно.